Турция по-прежнему остается надеждой для всего человечества благодаря ее экономике и демократии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в честь завершения священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает агентство Анадолу. Турция продолжает оставаться надеждой для всех своих друзей и для всего человечества. Несмотря на то, что она подвергается нападениям террористов, ее экономика и демократия остаются образцом, отметил турецкий лидер. Он также подчеркнул, что Турция уже не является той слабой страной, какой она была в 90-х годах 20 века. По словам турецкого лидера, сегодня Турция превратилась в супердержаву региона. По его словам, за последние 17 лет в стране были реализованы многие инвестиционные проекты, которыми можно гордиться. Кроме того, он выразил уверенность, что Анкара сумеет навсегда решить проблему терроризма. Не забудь подписаться на канал.